Дамы и господа, с 30 апреля был запущен между Минском и Москвой скоростной поезд «Ласточка». На данный момент ходят две пары поездов из Москвы в Минск и из Минска в Москву, билеты на которые полностью проданы на месяц вперед на данный момент. В связи с возросшим спросом рассматривается вопрос о расширении количества поездов до 4 в сутки. Сразу с запуском данных составов значительно упал спрос на покупку билетов в плацкарты, на самолеты Белавия, где ценник в сравнении с передвижением на «Ласточке» превышает стоимость билета в разы. Для пересечения границы между Россией и Белоруссией для граждан России нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и пройти тест на выдуманный коронавирус в течение 3 суток. Для граждан Белоруссии нужно иметь тест прохождения на коронавирус за 3 суток до пересечения границы. Если же этого не будет сделано, можно нарваться на неприятности со стороны властей. Ходят слухи, что в ближайшее время все ограничения будут сняты, однако пересекать границу на данных составах можно будет лишь для граждан России и Белоруссии по старинке. Все сводится к тому, что БелЖД в ближайшей перспективе станет частью РЖД, будет полностью подконтрольным, и границы между Белоруссией и Западом будут полностью закрыты. Добро пожаловать в наш новый союз. А на сегодня все. До скорых встреч.